Приветствую вас, Александр. Я думаю, что в первую очередь ваша проблема заключается в том, что вы хотите сохранить отношения с своей супругой, но при этом вы не слышите саму супругу свою. То есть вам важно сохранить семью с ней. Важнее сохранить с ней семью, нежели чем сохранить, именно даже не сохранить, а попробовать. Почувствовать, что именно, ну, ей вот не нравится, допустим, что именно ей там не по душе, например. Вот. А потому что ей совершенно точно не по душе что-то, ей совершенно точно не нравится что-то. Ее совершенно точно не устраивают какие-то вещи, да, потому что, ну, иначе она бы не взаимодействовала бы с другим мужчиной, понимаете? Вот. А другой вопрос заключается в том, отдаете ли вы себе отчет в этом, да, отдаете ли вы себе отчет в том, что происходит, отдаете ли вы себе отчет в том, что значит тот, например, факт, что ваша жена взаимодействует с другим человеком, другим мужчиной, что она там, образно говоря, тяготеет к нему, и что к вам ее уже не тянет. Вот. Это значит только то, что те модели поведения, которые раньше работали, сейчас не работают. Вот. По большому счету. И все. И суть, она в этом. Понимаете? И если вы... если вы сами в этом не разберетесь, если вы сами не поймете, что привело вашу жену к такому состоянию, что она пытается добрать у другого мужчины, то вы можете ее потерять. Вот. Ну, к сожалению, конечно, но можете. Вот. Это неприятно, конечно. То есть это безусловно неприятно, что вы, ну, что вы можете ее потерять, что вы можете ее лишиться. Но это правда. Вот. Такой вот момент. Такая вот позиция, такая история. То есть по факту, нужно смотреть на то, что вашу жену не устраивает. Вот. И исходя из того именно, что вот ее не устраивает, уже действует, уже смотрит. Вот.
какие-то ваши действия там привели ее к такому вот, ну, к такому решению, да, к такому выбору. Вот, и так далее. То есть в этом нет ничего плохого и ненормального. Вот. Это вполне естественно, такое бывает, но это можно исправить при желании вашем, это можно исправить. Вот, в принципе, то, как я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Может быть, имеет смысл вспомнить, что привлекало видео в тот момент, когда вы только начали взаимодействовать. То есть вот что, ну, что вас ей нравилось больше всего. Вот. Что у вас общего, что общего между вами? Какие у вас, ну, точка пересечения? И есть ли они у вас, эти вот точки пересечения? Вот. Понимаете? Там тоже очень важная история. Потому что если точек пересечения нет, то как строить отношения? То есть, ну, это нормально в таком случае. Если точек пересечения нет, то это нормально, что вы не можете ее удержать. Вот. Но другой момент в том, что это не повод останавливаться, это не повод, там, образно говоря, давать в один ход. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот это вот то, что я хотел вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. А я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.